Здравствуйте, я Александра Кучеренко, и сегодня пообщаюсь с Юрием Горбуновым, украинским телеведущим, актером, заслуженным артистом Украины. Что говорят его коллеги по кинематографу в России? И какой совет он может дать всем россиянам, которые покинули страну? Юра на связи. Юр, полномасштабная война в Украине идет уже почти 2 месяца. На протяжении этого времени ты записывал много видеообращений. Я их пересмотрела перед нашим с тобой общением. 25 февраля ты сказал: Россия завчасно уже програла эту войну. Мы переможем. Слава Украине! Это было в самом начале. Сейчас твоя уверенность в нашей победе выросла? Конечно. Она никогда и не падала, она всегда была на высоком уровне. Моя вера в победу. Никогда по всем канонам войн, по всем историям, которые были на нашей планете, никогда тот, кто нападает и первым развязывает войну, не побеждает. Это просто вопрос времени. И то, что распадется империя, и то, что рухнет Россия, в этом нет никакого сомнения. Потому что при всех тех политических устройствах в их жизни, при войне, которую они развязали, при тех конфликтах, в которых они непосредственно виновны и в Приднестровье, и в Грузии, и в Осетии, и теперь полномасштабная война в Украине, они не могут не проиграть. Особенно при таком сопротивлении украинцев, особенно при таком невиданном героизме нашего народа, про который, наверное, даже сам наш украинский народ не подозревал. А еще теперь, я вчера вечером начал анализировать день и понимаю, что вчерашний день был особенный. То есть украинцы еще и мальфарный народ. Вот как они послали в первые дни русский военный корабль, так он вчера и попал туда. Для этого пришлось подождать больше, чем 45 дней. Но, тем не менее, он пришел к своей цели. Поэтому, как Путин есть тем, даже не человеком, а существо, каким мы его называем, он попадет в ту точку, куда его послал весь народ. Ад для него уже не за горами, это точно. 1 марта в обращении к россиянам и матерям я увидела тебя абсолютно другим. Сейчас мы покажем фрагмент обращения. Россияне, мы не устаем обращаться к вам. Вы находитесь в плену средств массовой информации Российской Федерации и не знаете, а может быть просто делаете вид, что не знаете, что на самом деле происходит в нашей стране. Я обращаюсь ко всем, к артистам, к обычным гражданам. Я обращаюсь к вам, российские и уже теперь белорусские матери. 6-й день ваши сыновья убивают мирных жителей Украины. Они уничтожают целые кварталы. Они бомбят Киев, Харьков, Мариуполь, всю Киевскую область, потому что такой приказ дал ваш вождь. Он решил развязать третью войну? Возможно. Но он получает по зубам очень серьезно. Такого сопротивления он не ожидал. Скажите, а вы для этого рожали своих сыновей? Вы такого будущего им хотели? Чтобы они проклятые лежали мертвыми на украинской земле? Или вы думали, что их будут встречать цветами и криками «Ура! Пришли наши освободители!»? Скажи, почему на 6-й день войны ты подобрал именно такие слова? Потому что мне казалось, что матери – это те люди, для которых дети – это самое дорогое. Как и вообще для родителей. Дети – это самое дорогое. Как они так спокойно могут реагировать на то, что их детей отправляют на войну с народом, который они всю жизнь называли братским народом, на их соседи, которые ничего им плохого не сделали. Они просто хотят жить так, как вам не нравится, но это наше право. Но потом я понял, что эти все обращения абсолютно бесполезны, они не находили своего адресата, потому что мы действительно разные люди, мы действительно разный народ. Когда с помощью СБУ в сеть попадают переговоры орков с их матерями, когда мы слышали, сколько нецензурной брани они употребляют просто в разговоре с родителями, с мамой. Я вырос на Западной Украине. У нас 90% детей к родителям обращаются на «вы». «Мамо, чи ви поїли?» «Тату, чи може вам допомогти?» А там сплошной мат. Я понял, что все эти обращения к россиянам, как к друзьям, как «опомнитесь, россияне, мы обращаемся к вам, русские матери», да ерунда все это. Ничего они не слышат и не услышат, и не поймут, что самое главное. Мы действительно разные люди. Мы действительно с разных планет. Между нами нет ничего общего. Я вчера был поражен. Сейчас идет
идет зачистка Бучи, Ирпеня, и чистят дома, в которых побывали орки. Ты знаешь, что они не воровали, что они не выносили и не вывозили с собой? Они пробовали поковырять отверткой, разобрать, посмотреть, что это, но они не трогали роботы-пылесосы, а потому что они не знают, что это такое. Они не понимали предназначение этой вещи, поэтому их с собой не брали. И во многих квартирах вынесли все, включая картины на стенах, а роботы-пылесосы не брали. Понимаешь уровень вообще жизни? Или их возмущенные слова, что у них в селах туалеты в доме, и там есть унитазы, а не дырки. Поэтому, конечно, их, ну, они прозрели от того, как люди жили и могли себе позволить жить так, как они хотят. Ну, это не укладывается ни в какой голове. Просто, ну, как-то казалось, на улице 21 век, и вдруг вот такое. Поэтому, если вернуться к разговору о наших о обращениях, то теперь ты понимаешь, что это все горохом об стену. Ничего это не дает. Они не услышат, не слышат и не услышат. И теперь, для того, чтобы между нашими народами установились хоть какие-то отношения, нам понадобится, наверное, как после Великой Отечественной войны с Германией лет 70, возможно, они когда-нибудь поймут, возможно, они когда-нибудь будут просить прощения. Но то, что это для них позор, и сейчас мы смотрим, как за границей люди отворачиваются от них, не хотят обслуживать, и теперь им стыдно держать в руках русский паспорт, это только начало, дальше еще будет. Ты сказала о перехватах телефонных разговоров. Недавно переходили еще один разговор российского солдата с женой, где она разрешает своему мужу насиловать украинских женщин. По-твоему, кто виноват в этой шокирующей безнравственности? Да кто? Они сами виноваты. Саша, никто никогда тебя не заставит взять в руки книжку, пока ты сам не возьмешь. Никто никогда тебя не заставит получать образование, пока ты сам не возьмешь. Россия – это не только Москва, Питер и Краснодар, куда стекаются со всей страны. Это намного больше территории, как казалось, территория необразованная, территория действительно орков. Москва, которой 800 лет, сегодня рассказывает Киеву, которому больше, чем 1500, кто кого породил. Но это же смешно. То есть вот это имперское нутро, я это знаю по общению с своими бывшими коллегами-киношниками или телеведущими, которые всегда приезжали в Украину, их радостно встречали. Они такие: боже, как мы вас любим, как радушно, о боже мой, сало, борщ, вареники, Киев, как все прекрасно, как мы вас любим. А потом вечером после съемок, после второй рюмахи, разговор начинался всегда с одного и того же. Ну что, когда вернете Крым? Я говорю: ребята, мы вообще, ну, не на эту тему с вами собрались. Да ладно, не на эту. Кто вы вообще такие? Что вы тут себе придумали? Мы все равно у вас все купили. Мы все равно скупили все ваши предприятия. Вы никто. Все равно у них нутро одинаковое. Все равно нет среди них хороших и плохих. Да, к счастью, есть те люди, которые имеют какой-то здравый смысл и понимают, что произошло. Те, которые поддержали Украину в этой страшной войне России против Украины. Но все равно они другие. Между нами все равно нет ничего общего. Это никакие не братья. Мы никогда не были, особенно, как сказал Путлер, триединый народ Беларуси, Украины и России. Какой три? Это в его голове он триединый народ. А между нами ничего общего ни в культуре, ни в каких-то традициях, ни в отношениях к родителям, ни в чем. И мне кажется, что, конечно, очень важную роль в этом играет государство, потому что если государство делает все для образования своих людей, то значит, люди живут на каком-то уровне, они что-то понимают. А если есть необразованное быдло, их даже, меня вчера поразили надписи на стенах, которые они поставляли, они писали на английском «Россия» с ошибками. Слово «Россия» на английском они не могут написать без ошибок. Россияне сами о себе говорят: мы самые хорошие, мы живем лучше всех, нам все завидуют, нас все ненавидят, но мы самые сильные. Сможет ли сломать эту убежденность россиян реальность происходящего? Не знаю. Думаю, что нет. Думаю, за десятилетия настоящего зомбоящика у людей действительно изменилось сознание. Может быть, они бы и хотели что-то изменить, но есть же люди, которые в первые дни войны сразу поддержали Украину и понимают, куда это все было направлено. Там тот же Иван Ургант, да, с которым я знаком, с которым у нас были общие проекты. Вот он сказал свое мнение,
Его программа закрылась, он уехал, вроде как сначала в Израиль, сейчас не знаю как, не слежу за этим. Он там возвращался вроде бы еще. Ну, вроде как да, но тем не менее на телевидении его нет. Это смело, да? Это люди, у которых есть образование, люди, которые что-то в своей жизни прочитали, люди, которые здраво смыслят. Но это не значит, что нет его вины в том, что происходит. Это не значит, что в их молчании нет их вины, потому что это только благодаря им Путин руководит страной почти 30 лет, 25. Это их молчание, это их страх, это их боязнь. Ты же сама знаешь, в Украине все не так. Не нравилось один Майдан, не нравилось второй Майдан. А сейчас война, и никто не ожидал, что все возьмутся за оружие и будут защищать свою страну. Никто, включая, наверное, самых близких друзей нашей страны. Потому что сегодня Украина – это открытие для всего мира. Многие граждане России предпочитают не верить даже своим родственникам, которые находятся в Украине, а верят больше своему телевизору. Есть много вбитых в головы аксиом, так называемых, в кавычках, оправданий на тему, почему мы начали эту войну против украинцев. Я тебе хочу предложить сейчас по порядку их обсудить. Я буду зачитывать по одному, а ты попробуешь контраргументировать. Хорошо? Давай. Итак, украинцы охвачены безумием нацизма, верят в расовое превосходство украинской нации. Да нет, конечно. Это зеркало. Это все то, что происходит с ними. Это они возродили фашизм. Это они возродили нацизм. Сейчас в их головах именно то, что они проецируют на Украину. Почему, я сейчас развернуто чуть-чуть на первый вопрос, почему они сейчас удивляются, вот по всей Украине сносят памятники советскому солдату, нивелируется суть победы в Великой Отечественной войне? Нет, не нивелируется. Мой дед, который прошел всю войну, рассказывал, я просил ему рассказать про войну, он говорит, я ничего тебе не хочу рассказывать, потому что это было все очень страшно и плохо. И сейчас, когда именно россияне возрождают фашизм, нацизм, мне кажется, Гитлеру даже не снилось то, что творит Путин. Именно они в своих головах спроецировали все то, что они сейчас, в чем они сейчас обвиняют Украину. То есть всегда на варе шапка горит, так всегда происходит. Еще одна распространенная мысль, в которую многие россияне верят. Мариуполь сравняли с землей сами украинские националисты, а зверство в Буче – постановка. Ну, это только они могут такое говорить. Весь мир видит, что происходит. Весь мир. И геноцид, это именно геноцид украинского народа, не останется безнаказанным. И доказывать им что-то сейчас бесполезно. Я думаю, что когда-нибудь придет прозрение, они увидят, они будут извиняться, они будут говорить, что мы не знали, мы были в неведении, нам запудрили мозги, нас обманывали, поэтому вы нас извините, мы просто не знали. Не будет никаких извинений. За действия Путина отвечает весь российский народ. Весь до единого, без исключения. Там нет виновных или невиновных. В том, что делает Путин, виновны все они. Еще одна аксиома. Русская армия самая сильная в мире. Ну, мы теперь показали, какая армия самая сильная в мире. И что, и какая армия несет потери, а какая армия сражается за свою родину. Действительно, есть сейчас, знаете, много в интернете, ты, думаю, сама видишь разных высказываний по поводу всего, что есть народ, который сражается за свою землю, а есть народ, который сражается, даже это не народ, его нельзя назвать народом, который сражается за непонятно что. Миф про то, что это самая сильная армия, развеян, потому что на самом деле эта армия нигде толком не воевала. Они впервые по-настоящему воюют именно в Украине. Потому что то, что они делали в Абхазии, в Молдавии, в Приднестровье или в Сирии, то это было просто доминирование сильным над слабым. То же самое они хотели сделать в Украине. А тут хоп, не получилось. Поэтому мне кажется, что на нашу судьбу выпало такое страшное испытание только потому, что эту орду могут установить только такие отважные люди, как украинцы. Потому что, как видим, НАТО, у них какие-то свои видения. Мне кажется, когда закончится война, будет пересмотрено все мировое устройство. Это касается и НАТО, всех систем защиты, это касается Организации Объединенных Наций и всего остального. Оказывается, все эти структуры, которые как бы управляют безопасностью и гуманитарной помощью в мире, давным-давно не работают.
Потому что Россия, как преемница Советского Союза, имеет право вето, страна-победитель и так дальше, и так дальше. А то, что эта страна-террорист уже не один год, об этом только сейчас начинают все прозревать и понимать, что на самом деле происходит. Но они сами идут к собственному развалу, и я думаю, что когда закончится война нашей победой, то все то, что было во Второй мировой войне, померкнет с тем, что было сейчас. Потому что сейчас это настоящая Третья мировая. И спасает планету именно украинский народ и украинские сбройные силы. Многие россияне оправдывают эту войну тем, что на нас напали бы или все равно бы напали, а Путин умный, Путин разберется и защитит. Я думаю, они просто этим оправдывают своего лидера, и это им сказали из телевизора, они это повторяют. Они же сейчас все говорят о том, что они доверяют только тому, что сказано в телевизоре. Их к этому приучили. Это привычка, это собака Павлова. То, что сказали в телевизоре, это правда. А это очень удобно. Тебе не надо ничего анализировать, ничего самому придумывать. Сказали, так и есть. Сказали, это белое, будем говорить, это белое. Это действительно удобно. Особенно управлять такой большой массой, как 140 миллионов населения. Посмотри, что происходит. Где бы кто ни жил, они сейчас все кричат «Россия, мы боремся с нацистами» и так дальше. И показываешь им Бучу, показываешь им Ирпень, они говорят «Это вы сами». Ну как ты? Ты можешь этому человеку кол на голове чесать, и он все равно не изменит свое мнение. Потом он его изменит, когда изменится общая картинка. Но он будет говорить «Я не виноват, меня обманули, я же не знал». Все равно они найдут себе оправдание. Поэтому с ними надо просто, их надо уничтожать, строить между ними стену, накрывать небо и понимать, что рядом с нами живет сосед-террорист. И свыкнуться с этой мыслью, и с этим жить. Иначе эта история опять повторится. Потери России в Украине сейчас достигли исторических масштабов. Убито 20 тысяч российских солдат. Их тела сейчас начинают привозить в города России. Как думаешь, что будет, когда там осознают эту цифру? Я очень надеюсь на то, что там осознают, когда матери увидят не трупы своих сыновей, а их остатки. И когда они спросят сами себя, ради чего эти дети шли воевать, ради кого, кого спасать. Оказывается, это все было ради идей одного человека. Возможно, тогда что-то изменится, и они как-то попробуют изменить свой строй. Но я в это плохо верю. Есть я такая распространенная мысль, что Путин не остановит наступление, потому что людские потери для него ничто. Ты тоже так это думаешь? Правда. Будут до последнего? Да, я тоже так думаю. Никогда его человеческие смерти и жизни, и человеческие страдания не останавливали. У него есть только один страх. Страх потерять свое лицо, страх потерять власть. А все остальное для него ничто. Поэтому никогда ни перед чем не остановится. Его надо просто уничтожать. А уничтожить его можно очень просто. Этот человек, мне кажется, боится потерять две вещи. Газ, нефть и власть. Потому что газ, нефть приносит ему деньги, а власть – это то, что приносит ему его жизненное удовольствие. И никакие 20 тысяч или 40 тысяч убитых граждан его страны его не остановят. Люди для него пустое место. Многие политические эксперты говорили нам, что на Путина влияния не имеет никто. Как думаешь, кто-то может его остановить там, в России, может быть, его генералы или олигархи? Я думаю, его может остановить любой генерал, который вытащит револьвер и выстрелит ему в голову. Это единственный способ его остановить. Или это будет обычный солдат сбройных сил Украины, который войдет к нему в бункер и выстрелит ему в голову. Потому что никакие разговоры и переубеждения на него не действуют. То, что сейчас происходит, там болезнь Шойгу, говорят, что там они сейчас все вылетают срочно из России, покидают ее, это говорит еще раз о том, что никого он слушать не будет. Все то, он же на самом деле обманут, он же ожидал другого в Украине, он же ожидал цветов, встречи, что за 2 дня они возьмут Киев, и тут такой обман. Почему провалился блицкриг, по твоему мнению, как невоенного человека? Потому что он был в неведении. Ему рассказывали то, что он хочет слышать, а не то, что есть на самом деле. Это всегда проблема тиранов, больших начальников, когда люди его окружения доносят до его ушей информацию, которую он хочет слышать, но она не соответствует действительности. А те, кто говорят правду,
позволяют себе с ним спорить или отстаивать свое мнение, становятся диссидентами. Поэтому это судьба тиранов, тут ничего нового. Посмотреть по истории, именно так все происходило. Именно поэтому он, думаю, что он бы подумал еще несколько раз, если бы он знал, как к нему относятся, каким будет сопротивление. И мне кажется, что уничтожение Харькова именно поэтому и есть таким жестоким, потому что от Харькова, наверное, он ждал цветов, встреч и слов «наконец-то вы пришли, наши освободители». Поэтому, скорее всего, со словами «не доставайся же ты никому», Харьков так уничтожает. Но ничего, они же не знают, как рьяно украинцы защищают свою родину, так и рьяно будут ее отстраивать и делать еще лучше и красивше. Россияне по всему миру сейчас жалуются на русофобию. За рубежом им советуют даже не говорить, что они русские. Что бы ты им посоветовал, как себя вести? Я бы им посоветовал возвращаться домой и любить родину дома. Потому что очень хорошо любить родину издалека и смотреть на все со стороны. И это только начало, что им стыдно показывать русский паспорт и стыдно говорить, что они русские. Это не то наказание, которое они должны понести. Их нигде не должны обслуживать. Это люди-изгои. И пускай это будет только начало их изгойства во всем мире. Они должны понести какое-то наказание за все то, что происходит. И нет за границей Российской Федерации ни одного человека, кто не был бы в этом виновен. Его безучастность, его молчание и его ничего не делание привело к этой большой трагедии. Ты сегодня говорил о Урганте, также есть твой коллега Галкин, который тоже по неподтвержденным данным переехал в Израиль. Россия считает их предателями? Наверное, они считают их предателями. Они считают их, ну то, что, по крайней мере, ту информацию, которую я вижу, они считают их изменниками Родины. Они там делят людей на категории, как и обычно. Есть сверхлюди, а есть изменники Родины, а есть еще враги, такие как Макаревич, которые всегда высказывали свою точку зрения. Есть, там, не знаю, Юрий Шевчук и так дальше. Хотя он в последнее время как-то уже меньше и меньше высказывался. Я могу тебе рассказать, как мой один бывший товарищ, с которым мы снимались в кино, я не буду называть его фамилию, он просил этого не делать, потому что он активно в первые дни войны начал писать про то, что это ужас, это война, остановите войну, в Украине у меня есть родственники, друзья, это прекрасная нация, это прекрасные люди, а потом на 2 недели он исчез. Ни в Фейсбуке, нигде его не было. А потом он начитал в WhatsApp сообщение. «Извини, я исчез, потому что среди ночи ко мне зашли». Причем они не ломали дверь. Они зашли, как будто бы открыли ключом. Он говорит, я так испугался. Они не включали свет, сказали, тебе повезло, что за тебя вписался очень влиятельный человек. Если ты напишешь еще хоть одно слово, хоть где-то, ты просто исчезнешь на улице, даже не дома. И никто тебя никогда не найдет. Он говорит, я так испугался, что там несколько дней не мог разговаривать, не то чтобы что-то делать. Поэтому у них вот такие методы действия. И даже если кто-то, у кого-то есть проблеск ума или понимание того, что происходит, то вот такими запугиваниями, а понятно, людям страшно, это же самозащита, это срабатывает реакция организма, им страшно, и поэтому он теперь молчит. Почему некоторые украинские звезды, уехавшие из России, не называют войну войной? Боятся потерять гастроли? Не знаю. Я думаю, что, знаешь, когда война на расстоянии, когда не слышишь взрывов, не слышишь гулов самолетов, наверное, она для них не так страшна, а еще боятся нарваться на хейт какой-то. И, наверное, лучше просто молчать, чем что-то говорить. Но молчание, как показывает опыт наших страшных соседей, это хуже, чем что-то делать даже плохое, потому что ничего не делая не порождает ужасные вещи. Да, мы их можем обвинять, но это их право, это их действие, и это, конечно, будет влиять на их будущее. Конечно, будущего у них нет ни там, ни там. Вот в чем все дело. И должно пройти очень много лет для того, чтобы кто-то что-то забыл. Поэтому этих людей можно только пожалеть. Что изменило для тебя эта война? Что уже никогда для тебя не будет прежним?
Когда мой дед за столом говорил, главное, чтобы не было войны, мы, дети, всегда это воспринимали, ну, как-то по-детски. Ну да, это понятно, что, чтобы не было войны, но нам интересно что-то другое. Теперь, когда у нас пытаются отобрать родину, когда у тебя пытаются отобрать твой дом, твоих детей, потому что первое, когда прилетели ракеты на базу ПВО рядом с нашим домом, дом весь содрогнулся, и мы на руках держим двух детей, первое, за что страшно, это за детей, которому одному 5 лет, а одному 6 месяцев. Когда мой папа рассказывал о том, что у него есть документ, что він дитина війни, то теперь наши дети тоже дитина війни. То есть идут десятилетия, а жизнь ничему людей не учит. Вот что самое страшное. Поэтому ценность жизни теперь, каждое утро, когда мы просыпаемся, благодаря нашим сбройным силам, благодаря теробороне, благодаря нашим врачам, то, что мы просыпаемся, то, что светит солнце, и мы живем, и мы обязательно победим и будем строить новую страну, она приобретает другие теперь понятие. Теперь не имеет значения, на какой машине ты ездишь, в чем ты одет и где ты будешь отдыхать. Нет, теперь имеет значение то, что ты утром просыпаешься и живешь. И эта переоценка ценностей, видимо, нам нужна была для того, чтобы мы стали людьми, настоящими людьми, людьми, у которых есть своя родина, свое государство, свой президент, который так открылся, что теперь им восхищается весь мир. Это все нам, видимо, надо было. Не зря говорят, что те страны сегодня, которые очень сильные экономически, и духовно и политически, это страны, которые прошли через войну. Страшная какая-то история. И страшно платить такую дорогую цену за независимость и за будущее своих детей. Но раз это происходит, значит, мы должны через это пройти. Что хочешь сказать нашим ребятам в СУ? Это настоящие герои. Люди, которым не страшно взять в руки оружие и защищать нашу родину, это герои все до одного. И на самом деле у нас все защищают родину по-разному. Кто-то на культурном фронте, кто-то на волонтерском, кто-то на медицинском, и кто-то там на линии ноль. И все это герои с большой буквы. И каждый день вся страна молится за этих ребят. И именно они каждым днем приближают День большой победы. Победа с большой буквы. Что для тебя будет победой в войне с Россией? Я очень мечтаю, что когда закончится война, мы вновь все соберемся. Я приготовлю ужин, а на ночь буду мыть детей перед сном. Купать. Это моя сейчас мечта в первый день после войны. Какой будет украинская нация после победы? Она уже есть. Потому что внутренне мы уже победили. Это единство, сплоченность и гордость того, что ты украинец. Это на самом деле очень важно, потому что у нас очень большая страна. И для меня первый раз понятием того, что мы живем в большой, очень разной стране, было то, когда я поступил в театральный институт. Я приехал в Киев, и у нас на курсе учились люди с совершенно разных уголков нашей страны. Я с Западной Украины, с Ивано-Франковска, были ребята из Донецка, с Мариуполя, из Полтавы, из Киева. И я понимал, что это все разные языки, во-первых, разные менталитеты, разные привычки, отсутствие или присутствие каких-то традиций на Рождество, на Пасху и так дальше. И я понимал, что да, это такая, ну, мы действительно разные, с разных уголков. Сейчас мы все едины. Вот сейчас, несмотря на то, что мы и дальше можем разговаривать на разных языках, мы и дальше с разных уголков нашей страны, но теперь это все единый монолит, который живет и дышит одним, своей страной. Теперь каждый чувствует себя настоящим украинцем, националистом в хорошем смысле этого слова. И то, что такой народ не победить, это правда. И что бы там ни придумывал враг, он всегда будет натыкаться на страшное сопротивление, потому что вот теперь этот монолит, эта нация украинская показала, на что она способна. Это великий народ. Спасибо тебе большое, Юра, за твои слова.